можемо так, коли ми розробимо, але есть какие-то вопросы, спрашиваю. На полностью нашего производства. Да, все комплектующие. Нет, видите, прицел американской компании Nightfall, кольца, это Кронштейн, компания Израиль. Ну, тоже отечественного производства. Я знаю. А стволы все? Стволы наши. Стволы сделаны нашими специалистами. А каким способом нарезы делаются? Резание. То есть резец идет по гарниру и срезает. Гарнирование, грубо говоря, да? И так многократно. Не, это опытный образец, скажем, более близкий к воюн, который сейчас как бы эксплуатирует, как бы испытывает, на выражение стоит, это вот подобного плана. Вы можете видеть видео. Такие уже как бы используют. Можно я попробую поднять? 20 килограмм. Да, конечно. Лучше так. Сколько она весит? 20 килограмм. 20? Да. А вот же стальная, да? Тут все стальное. Нет, боеприпас там тоже зажигательный, но зажигает газ. А что это за... Это курок. Курок сбоку стоит? Да, курок стоит сбоку, фиксируется он шепталом, то есть при выстреле затвор едет назад и уже взводит курок. То есть у нас взведение происходит с помощью вот, либо гильза, либо патрона. Вот затвор отводится назад, а при выстреле это происходит за счет движения ствола. То есть ствол имеет короткий ход, воздействуя вот торцом, видите, казённика, на два рычажных ускорителя. Ускорители разгоняют уже затворную раму, и благодаря инерции затворной рамы массы она отъезжает назад, взводя пружину боевую курка и сжимая возвратные пружины. То есть вот я вам сейчас покажу, как это делать. То есть ствол движется и передает это усилие, при этом ствол тормозится этими ускорителями, ускорители разгоняют затворную раму. И она остается в заднем положении, вытаскивая подавателем патрон из магазина, вот, по пулеметному. То есть вот отсюда тянется, и патрон здесь стоит. При необходимости сделать выстрел большим пальцем левой руки, вот эта рука управляет высотой вращения, нажимаем на рычаг, и возвратные пружины, вот вы их видите, подают патрон уже непосредственно в патронник, и запирание происходит автоматически по копильному пазу. Здесь идет проворот затвора. Но вот этот сброс надо каждый раз делать, или она все-таки самозарядная за патрон? Это много времени не занимает. Это каждый раз при данной компоновке это сделано для того, чтобы патрон находился всегда при одинаковых температурных условиях. Потому что если есть какой-то промежуток временной, и перед этим оружие уже стреляло некоторое количество выстрелов, ствол нагревается и передает потом теплоту уже патрону, который находится в патроннике. И меняются характеристики горения пороха, что приводит уже к смещению средней точки попадания. Поэтому патрон ждет, пока стрелок предварительно наведется, спустит затвор, и потом уже непосредственно, когда он уже окончательно навелся, производит спуск курка. В данном случае я вам покажу,
это вот таким вот образом. Вот курок, и вот нажимая, происходит спуск курка. Шептало освобождает курок, и курок уже ударяет по ударнику, накалывает бойком капсулу. Это толкатель боевых ружей. Я сейчас могу спустить курок, и вы посмотрите, что он прячется. Но я вам показывал, как курок. Да, я с той стороны видел. Вот сейчас я вам спущу. Вот он спрятан. То есть при взведении он как бы сжимает пружину, и он, естественно, выходит, но тут как бы безопасное для стрелка место, поэтому это вот здесь. Это был пол. Что? 12,7 на 108. Это магазин на 5, да? Да, магазин на 5 патронов. Снимается он таким вот образом. И заряжение происходит вот таким вот образом. То есть патроны подаются вот так вот. Они упираются. Он тянет их только назад. Да, их тянут. Вот, захват с двух сторон. Он вытягивает. Вот он здесь стоит, и потом уже затвором рассылается непосредственно перед выстрелом уже в патроне. То есть эта схема сделана для того, чтобы минимальное количество времени патрон контактировал с горячим патроном. Ну, вы скажите мне, я ему обязательно передам. Обязательно передам? Обязательно. Потому что ему интересно, скажем, мнение людей, какие бы они ни были, позитивные, либо отрицательные. Это всегда интересно услышать, что думают люди. Нет, мне интересно здесь другая. Что проблема розы пить? Это рычаг просто заплотный. Это для раскрутки. То есть это надо вывести, там есть такое отверстие, в определенном положении это выбивается, когда крышка открывается вверх. И можно тогда снять там блок возвратных боевых пружин, снимается, и потом можно снять затворную раму и снять блок. То есть это обсуждательное время. Нет, это тут газотвода нет, и тут газотвода нет. То есть здесь инерционная пружина, а здесь коротким стволом с рычажным ускорителем. Кстати, вот посмотрите, замечено быстро короткого ствола, рукоплана. Поэтому необходим длинный ствол, чтобы для средства бронеплана. А это вот реальная рука, цепь, ствол, ствол. Но это была сделана винтовка, была потом задача сделать максимальный опыт. Ну давайте я вас его введу, либо вам надо приложить достаточно больших сил. Но если я попробую. Да, ну попробуйте. Укрепить приклад и резким движением там просто рычаг достаточно большой, там все и вперед отошло. Все это вы уже двели. Она не под пружину? Нет, нет, она как-то на пулемете Калашникова. И вот это сброс, да, сброс? Да, да. Это вот ранние винтовки, более тяжелая, это более легкая. Поэтому и отдача, спуск, здесь тяга снята, я могу просто как бы, его курок спустить, но это не перед сторонами. А, специально брать, да, как бы я. Не, лучше с той стороны, там просто большая площадка. И там как было,
с коробками. Просто сейчас есть закорочен еще эксперимент. Да. Вот здесь пуля, она убирает, а тут какой-то подход, тут не надо. Конечно. Я вообще не вижу.